Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Bombastic Brothers. Так, у нас с вами, по-моему, есть ящик с экипировкой, бесплатный. Давайте откроем. Оу, бронька. Так, у героя нет предметов. Тогда наденем. Ха-ха, нифига себе, ребята. Так, отлично, закрываем. Бесплатный еще у нас, ребята, сундук. Вау, шлемак. Надеть, конечно же. Так, уровень экипировки выше уровня героя. Прокачать героя. Понятно, экипировка у меня на третий уровень, а мы с вами второго уровня. Ну, я думаю, это для нас, ребята, не проблема, согласитесь. Так, у нас... у нас есть, ребята, ящик за рекламу. Давайте сделаем. Я хочу посмотреть. Вау, нифига, в этом ящике можно найти чего. Конечно, смотрим. Так, ребята, и нам... нам достается всего лишь 1000 монет и 200 жетонов. Честно говоря, я думал, что мы что-нибудь такой путь здесь можем найти, но ничего подобного. Так, ладно, ребятулечки, в магазине что у нас тут показывается? Бустеры, бесплатно. Бустер бомбастик. Ага. Три карточки, ребята, на снайпер, что нам достается. И дополнительная награда, нет, не надо мне дополнительной награды, не хочу я смотреть рекламу. Так, а тут-то у нас что такое, ребят? Тренировочная, уровень 1. Я могу прапать, так? Точно. Максимальный уровень героя увеличивается до 10. Конечно, ребята, конечно. 2 часа. А ускорить? Ускорить никак. Понятно. Что у нас тут новое? То есть я должен надеть. Надеваем. Ага, дудки. Не получится. Опять, ребята, у нас первого уровня снайперша, а винтовка второго. Тихо, тихо, тихо. Ёлки-палки, чуть было... Фух, не поспешил. Сейчас бы насмешил людей. Так, а что у нас по событиям, ребят? Новый герой для ПВП, Тони младший. Нифига, ребята, он в таком этом киборге сидит. Ха. В машине, да, машина-робот. Ну что, давайте посмотрим, ребята, в бой. Кстати, тут ежедневные миссии у нас какие-то есть. Необходим класс штурмовик, снайпер и арена испытаний. Слушай, давай посмотрим, ребята, что это вообще такое. М? Тут у нас ящичек будет разыгрываться, если что. Поехали, давайте посмотрим. Мне интересно лично. Я на ежедневных битвах не был. В первый раз захожу с вами, так что... Но кнопочку, ребята, я не поставил прыжка на пробел. Надо будет это сейчас сделать, если будет у меня такая возможность. Я надеюсь, тут пауза есть. Потому что я запарюсь, иначе тут прыгать. Переживи три волны. Три волны пережить, да? Понял. Так, вот о чем я, ребята, вам говорил, что без прыжка на пробел плохо будет мне здесь. Так, подбиваем. Это только первая волна, блин, ёпрсте. А их три. Да хорош ты, отвянь от меня. Господи, мне дадут передышку-то здесь хоть какую-нибудь? Нет, сказали, никакой тебе рей передышки. Мы тебя будем бомбить. Причем по-жесткому будем бомбить. Ну, пока, ребят, все у меня хорошо получается. Это пока. Это что еще там за турель вышла? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо! Получите гранату, гаденыши. Будут меня еще тут доставать. Так, я так понимаю, ребята, это была, наверное, первая волна? Или тут какой-то будет отчет? Я не знаю, если честно. Где тут показывается, что первая волна, вторая или третья у тебя? Да и к тому же у меня уровень-то такой еще дешманский, если честно. Так, смотри, ребят, какая-то фигня тут еще прилетела, бомбит по мне. Так, давай эту турель уничтожим. Она мешается нам очень сильно. Есть, ребята. Ну, довольно неплохо, согласитесь, я отыграл. Мы с вами зарабатываем сундук, жетоны. Это все нам пригодится. А как интересно повышать уровень персонажу? Или он автоматически повышается, а? То есть, снайперское испытание и арена испытаний. Не давать врагу пощады. Давайте посмотрим, ребята, что это за испытание. Не давать врагу пощады. Надавай врагу по щам, я бы так назвал это, а не пощады. Так, ладно, сейчас, ребята, у нас тут прогрузится все, и мы начнем с вами тут зажигать. Как зажигалочки маленькие. Ну давай, 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 не томи, как долго идет все это. Термиты хотят испортить праздник в честь твоих побед. Перехвати их. Переживи три волны. Опять три волны, да? Все у них тут, ребята, на волнах завязано. И почему их называют термиты? Это что ли у нас вторжение букашек было на нашу землю? Воу-воу-воу-воу, тихо. Мне нравится, ребята, здесь вот стилистика игры и музыка. Вот музыка здесь
такая, знаете, нормуль, на самом деле. Дай-ка я сюда вот запрыгну. Я сам подставился, ребят, сам подставился, дурило. Минус. Термиты, а? Ты посмотри на этих термитов. Турель, хорош. Так, бомбанули. Ух, пережить три волны. Так, аптечка, аптечка мне, ребят, как раз хорошо сейчас зайдет. Так, ну-ка, термит, уйди отсюда. Так, новая волна. Где? Понял. Маленькие летающие букашки здесь. Ох, ёпак, чуть было не зажали меня. Не туда я стрельнул. Ладно, фиг с ним. Да что ты... Рэй, ну господи, что ты делаешь, а? Чё-то, ребята, я... Выбился из колеи. Да потому что постоянно мне приходится смотреть на кнопку прыжка и переставлять ее. Было бы у меня это все дело на пробеле, поверьте, мне бы, наверное, в разы было бы легче все это делать. Надо будет переставить. Так, аптечка, ребята, выпала. Ну, тогда я переживу, скорее всего, здесь три волны. Турель опять появилась. Турель под себя, ребят, стрелять не может. Или может? Не знаю, я в любом случае я не дал шанса это проверить. Победа! Замечательно, что мы с вами еще, ребята, получаем один сундук. Слушайте, пора, по-моему, нам эти сундучки уже пооткрывать и посмотреть, что нам оттуда выпадет. И, в конце концов, переставить кнопку прыжка на пробел. Так, ускорить. А, так тут, ребят, смотрите, тут попытки. Давайте тогда, вот, у нас за снайпершу есть попыточка. Рекомендовано, мы отстаем. Но я, тем не менее, ребят, попробую повысить уровень. Давай. Ах, вот как повышается левел-то. Вот, ребятушки, как повышается у нас уровень. Четвертый. Так, максимально, я так понимаю, ребята, пятый уровень. А у нашего братка третий. Кстати, мы сейчас можем его экипировать. Помните, у нас есть с вами вот шлем, который мы до этого не могли надевать. Теперь надели. Теперь я крут. Нет, давай не так мы начнем. А вот с этого. Показать инвентарь, а что вы хотите? А, ну да, винтовка же у меня есть. Наденем. Вау, мощь растет прямо на глазах. Ну что же, погнали, ребята. Ух ты, рекомендовано столько-то, а у меня, считай, в два раза больше. Переживи три волны, я понял. Это все, ребят, по стандарту. Вот что мне нравится у снайперша, что она бомбит до конца экрана. У нее выстрел опупенный. Так, минусанули. Турель. Ну не тут-то уж было, родная моя турелечка. Захотела по мне бомбануть. Так, вот еще одна. Зачем ты так подставляешь, рычаг? Не надо так делать больше. Пожалуйста, я тебя умоляю. Так, минус. Ох, термиты, а. Прилетели, как говорится, да, на нашу планетку. Побуянить им захотелось. Ребят, тут вообще в игре есть пауза, чтобы переставить мне кнопку в конце-то концов? Мне запарило вот это вот. Постоянно смотреть и переключаться таким макаром. Это не дело, согласитесь. Так, минусуем. Это не термит, ребят. Это какие-то маузеры из черепашек ниндзя легенды у нас. Господи, что мы так нубим-то? Так, идите отсюда, волки. Подбили, отлично. Ну что, ребят, пережили, победили и получаем наш реворд. Отлично. Но нам нужно прождать 2 часа, чтобы мы могли своих персонажей дальше прокачивать до 10 уровня. В данный момент 5 это максимальный. Ну что же, неудержимый штурм. У нас с вами последняя, ребят, попытка. Я думаю, что лучше всего это использовать сразу же. Потому что, во-первых, у нас, получается, ящики есть. Во-вторых, у нас идет прокачка. Ну и плюшки мы получаем, то есть жетоны, монетки. Все, что нам нужно для дальнейшей игры. Так, я знаю, что термиты хотят испортить нам праздник, и нужно отбить волны эти. В данный момент у меня есть шлем улучшенный, да, который я недавно надел. Так, пошел ты отсюда. Ну, уровни, я так понимаю, ребята, они как бы повторяются. Единственное, может быть, потом с уровнем, со сложностью будет как-то меняться что-то. Но в данный момент я ничего такого сложного не вижу абсолютно. Изи даже сказал бы. Хотя, вроде, враг немножко становится какой-то покрепче, ну, или, может быть, мне просто кажется. Но никаких, ребята, для себя я трудностей вообще в данный момент не вижу. Единственное, что я вижу, штурмовик, по сравнению со снайпершей, слабоват по дамагу. Урон наносит немножко меньше. Так, аптечка, она мне пока не нужна, если честно.
Так, маленькие термиты. Давай, давай, давай. Возьму на всякий случай, она меня просто, ребята, отвлекает. Глаз, как говорится, мозолит. Есть, отлично. Так, тихо. Достали вы уже в корень. Давай, давай, вот хорошо, что эти ребята не могут стрелять вниз. Они только по прямой бомбят. Вот эти вот здоровые жуки. Ну и этого тоже достаточно, чтобы меня хоть как-то расчекрыжить. Опс. Ты достал уже. Стоит тут, бомбит по мне. Так, аптечка пригодится. Ну, минусанули. Так, опять турель. Опять, ребят, турель. Ну-ну-ну-ну-ну, успокой. Ё-моё, отвлекся. Так, термит. Хорош. Все, нет, ребята? Да, победа. Ну что, все, ребята, ежедневные испытания мы на сегодня прошли, а теперь уже будем переходить непосредственно к прохождению основной сюжетной линии. Нашей, так сказать, миссии. Так, в бой. А если я вначале открою сундуки, что ты на это скажешь, а? Родной мой, перчатки. Открываем далее. Кепка. И каска. А вот в этом что у нас? Бронька. Так, хорошо, давай, ребята, зайдем вот сюда. Автовыбор, что он мне тут наденет? Только лишь перчатки, это хорошо. А здесь на автовыборе? Ага, кепка и бронька. Неплохо, я вам скажу. Так, а вот тут что? Новое. Ага, если мы заменим, у нас понижится здоровье. Тогда просто разберем, наверное, да? И я получу какой-то кубик. А для чего, интересно, мне этот кубик? Давай тогда и вот этот уже разберем. Для чего-то эти кубики нужны. Наверное, может быть, крафтить что-то можно потом, со временем. Так, оружейная у нас пуста. Это все пуста. Это еще будет долго строиться. На 7-м уровне у нас появится, ребят, какая-то новая, видимо, комната. Последняя, судя по всему. Ну что, предлагают мне идти в бой. Идти в бой. Тут у нас еще бункер. ПВП. Ну что, давай, наверное, ребята... Пойдем, ох ты, сундук будет классный, смотрите, ребят. А, это не здесь, это вот в этом, на 6-й миссии. Ну что же, поехали. Так, ребят, я хочу нажать на паузу и поставить прыжок на пробел. Ну, потому что надоело действительно мне вот постоянно вот кликать на стрельбу и на прыжок. Тем более надо отвлекаться, а тут, когда вокруг тебя столько всяких гаденышей ползает, как бы не до этого. Это место кишит, кишмя, мои датчики просто сходят с ума. Не могу получить четких показаний. Это самое точное примерное местоположение. Придется тебе пробиваться дальше по старинке. Разворошь этот муравейник. Так, ну что, ребят, давайте проверим. Ну вот, совсем другое дело. Ёлки-палки, поехали разбираться с этими олхами. Так, хорош, тут успокойтесь. А ведь теперь буду по привычке, ребята, нажимать. Как пить дать на кнопку, чтобы делать прыжок. Нет? Нормуль? Надо адаптироваться. Так, отлично. Что вы мне показываете там? Я понял, ребята, не дрейфьте, все будет чики-пуки. Рей с вами, так что можете расслабляться по полной программе. Шикарно. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько вас тут, а? Сколько вас тут олухов-то этих, недобитых, недорезанных. Надеюсь, тут никакого босса сейчас не предвидится. Что это такое? Что он делает? А, так это, ребята, и был босс когда-то, помните? Это был когда-то босс. В старые добрые времена... Тихо. Епарсте. Воу! Это не я делал, ребят, на самом деле. Это как-то само по себе получилось. Что такое жирный-то? Так, мы же приседать можем, ребята. Я забыл, что еще присед у нас есть. Вот и делов-то на копейку. Господи. А я там перепрыгиваю через это все барахло. Когда можно просто взять и присесть. Хе-хе-хе-хе. Так. Идем неплохо. Давай, наваляемся. Чувствую, сейчас будет, ребята, и либо очередной босс, либо еще что-нибудь в этом роде. Минусанули. Минус. Так, ты, толстяк, по-моему, не умеешь стрелять вверх, так что... А вот это вот может. Аптечка. Ну, хорош, успокойся. А, тут опять, ребята, ё-моё, я его не заметил. Опа-на, а что это... А, ребята, у меня, оказывается, еще был залп. Вот я на него-то и нажал нечаянно, когда мы... Робота первого подбили. Генерал, сигнал пропадает, кажется, переваривается. Ну, хоть кто-то не спит на работе. Она хотела спасти орб и проглотила его. Теперь это орбитальная принцесса. Скорее, мы должны спасти ее, пока пришельцы не вытащили орб силой.
Ёлки-палки, у собаки в животе, короче, орб начал перевариваться. Придумали же тоже мне, а? Ну что же, довольно неплохо идем, ребята. Сейчас будем с вами биться за супер ящик, я так понимаю. Да? Вот, ребята, шестая глава у нас. И тут ящик. Кстати, я не прошел на 3 звезды этот уровень, кстати, как и второй. Победить босса, сохранить 50% здоровья и завершить миссию за 3 минуты. Угу. Вот так вот, да? Надо было, наверное, снайпершу мне лучше взять. Так, что у нас тут интересного? Пляж, что ли, какой-то? Собачка. Ага, принцесса, вот она. Отпустили ее, кстати. Что-то мне кажется, что сейчас будет босс какой-то. Погнали. Сейчас стопудово будет босс. Просто так мне собачку мою принцессу не отдадут. Босс! Так, ну, во-первых, сейчас будем долго привыкать, что нужно с этим боссом делать. Воу-воу-воу-воу. Да тихо ты! Да ее просто волны эти тут еще. Так, ладно, это мы все подбиваем с вами. Ага, очередная фигня поехала. Ребят, главное перепрыгивать вот через вот эти вот волны, которые летят. Да ее просто не успел, ребят, перепрыгнуть. Ладно, это все мелочи жизни. Ох ты, что за фигня такая происходит? Все, что ли? Это был босс? Да ну, это вата какая-то, ребят, серьезно говорю. Ну, главное, что собачка целая. Принцессочка-то наша. Надо же, она проглотила орб целиком и полностью. Какой хороший аппетит у твоей собаки. Значит, нам надо сделать новый нейтронный орб. На нашу лабораторию разрушили. Генерал, есть другой способ, хотя вам он и не понравится. Только не доктор Зейн. Ты ведь не его имеешь в виду? Не его? Хорошо, похоже, это наш единственный выход. Доктор Зейн, ребят, какой-то тут у нас появится, судя по всему. Ёлки-палки, какой классный и красивый сундук. Я хочу поскорее его открыть, посмотреть, что нам оттуда, ребят, выпадет. Я думаю, какие-нибудь классные эпические плюшки. Мы с вами переходим на акт второй. Фух, ну давай кликнем. Так, начать, это все понятно. А можно мне как-то посетить нашу базу, чтобы я мог... Что это такое? Быстрый путь к следующему боссу. Ёкалманы, нифига себе, ребята. Ботинки звездного десанта, жилет звездного десанта. Местные ребята нашли это после вашей победы над боссом. И теперь они предлагают хорошую скидку. Эта экипировка отлично подойдет к вашему стильному луку. Луку? Слушай, может быть взять, ребята, а? Ботинки звездного десанта. Я обожаю вообще, что связано со звездными десантами. Скидка 50% в 2 часа. Так, ребятулечки, я купил. Давайте мы теперь откроем. Необходим герой Венс. Зачем я это взял? Зачем я это взял, если у меня нет героя Венса? Так, открываем с вами ящик. Воу, перчатки. Так, открыть. Элитный, ребята, ящик. Ух ты. Мне достался супер шлем. Так, ну что, давайте посмотрим, ребята. Автовыбор. Так, наделись перчатки, отлично. А здесь что? Ёкалэмэнэ, ну я крут, ребятули, посмотрите, я крут. По-моему, чего-то не хватает. Да? Или мне кажется? Ладно, все пучком. Ребят, ну как же мне вот это вот... А, мы можем... Вот, ускорить. 23 гема. Я трачу. Ну, наконец-то. И что теперь мы можем там сделать? Пока непонятно. Могу только лишь улучшить. За 2К. А, нужен мостик второго уровня. Мостик, давай сделаем мостик. Требуется аккаунт уровня 9. Да чтоб тебя. Хорошо, а я могу прокачать в конце концов своих? Да, могу, ребят. Левел ап. Еще левел ап. Так. И не хватает. Хотя, почему не хватает, ребята? Вот так вот, 10 уровень. Ёпарс, это вот так-то будет оно, наверное, лучше. Ну что, друзья мои, давай-ка, наверное... А, 9... А, у меня 5 уровень, все, понял. Тогда поехали с вами в бой. У нас акт 2. Моё кунг-фу сильнее. Победить термитов, совершить
А, завершить миссию за 2,5 минуты и сохранить 50% здоровья. Я думаю, что теперь-то мне это будет все под силу. И, кстати, там будут новые жетончики, ребята, выпадать на нового героя. Я так думаю, что это, наверное, Зейн. Хотя, под вопросом все это. Ну что, друзья мои, запомни, мы здесь спасаем доктора Иеремию Зейна. Он лучший эксперт по нейтронным технологиям. По крайней мере, был, пока не съехал с катушек лет 10 назад. Нам просто нужен хороший спец, чтобы сделать новый орб. Так что беги и спасай этого умника, а букашек на своем пути можешь просто поджарить. Ха-ха. Обожаю, как говорит нам этот генерал. Ёк-каламане, ребят. Пушечка-то отпад. Ну, по крайней мере, мне нравится, как она стреляет. Иди отсюда, жучара. Термиты, ёлки, какие-то термиты. Для меня это теперь просто комарики, а не термиты. Но... Подбили, двигаемся дальше. Так, пошел прочь. Иди отсюда. Ай, турель, турель. Господи, смотрю на нее и не прыгаю, ничего даже не делаю. Так, термиты, успокойтесь. Да почему ты стреляешь сразу вниз? Почему ты не можешь верхних-то подбивать? Ех, красоты, а. Вот недотепыш. Надо было прыгнуть, а, на снаряд обязательно. Так, что-то мне здесь не нравится, что-то будет. Босс, что ли? Ну, конечно, как? Какой, ребята, уровень без босса? Да никакой. Погоди-ка, а как я его тут должен подбить? Я запрыгнуть могу? Могу. Тогда хорошо, ребят. Тогда ему крышка. Опс, опс. Ух ты, смотри, ребят. Это... Ух ты, вот это да, смотрите, какой меч. Приветствую тебя, добро пожаловать в кома. В команду, хотел сказать. Скорее за ним, нам нужна любая помощь, особенно от крутого ассасина-убийцы. А как насчет поисков доктора Зейна? Займемся двумя делами сразу, вряд ли этот Зейн на нас за это обидится. Я думаю, что он не будет, ребята, в обиде. А вот этот вот ниндзя мне понравился. Слушай, может быть, это будет новый какой-нибудь герой. Новый уровень, ребята, 6-й мы с вами получаем. Хм. Так, а я не понял, мы осколки-то получать будем или нет сегодня? По-моему, нет. Ну что, ребятушки, ревем когти. Осторожно, я тут покопалась в интернете, и похоже, что этот парень работает на преступный синдикан Neon Blade. Да ладно, Кейт, как говорится, враг моего врага мой друг. Полностью согласен с командиром. Так, что? Воу. А может и нет. Только не говорит, что это еще... А, так, секунду. Это целый синдикат, ребята. Ассасины против меня, господи. А, так все уже, да? С букашками покончено, теперь будем ассасинов тут разбомбашивать. Ладно, я не против повеселиться. Мне хоть термиты, хоть эти букашки, хоть эти самые ниндзи. Без разницы, кого валить на самом-то деле. Ну, успокоились, нет? Мало им все. Им все мало. Так, турели, а турели почему-то, ребята, букашечьи. Так, понятно. Значит, здесь все... Все в скопе. И ниндзи, и букашки. Понятно. Ладно. Я, ребята, наваляю им все равно. Опа! Здорово, братюнь. Доктор Зейн. Меня чуть не убило. Доктор Зейн, мы пришли за вами, чтобы пр... Я так и знал. Вы пришли прибить меня. Как эта штука? Нет, 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 Зейн. Только не говори, что мы сейчас будем тебя догонять. Какая штука? Ох, ё-моё. А, вот эта штука. Тихо ты. Ты успокойся, пожалуйста, мне тут бубнит еще. Так, тихо. Чего он шустрый-то? Да ладно тебе. Завязывай уже так прикалываться-то, парень. Серьезный чувачок, кстати, ребят. Все? Вата. Я отслеживаю его байк со спутника. Мы не можем упустить такого ученого. Понятно, ребята. Следующая миссия, скорее всего, будет у меня именно поймать его. Это, как говорится, уже Battletoads пошел. Ну что, ребята, у нас с вами третья миссия, да? В чем же фикус? Завершить миссию за 2 минуты, сохранить как можно больше здоровья. Погнали. Блин, мне, конечно, хочется за снайпершу поиграть. Мы с вами за нашего рекрута уже за этого... Много уровней прошли, а за снайпершу нет. Но зато у него шмотки крутые. Судя по координатам, доктор Зейн буквально перед нами.
Гляди в оба, враг приближается. И, похоже, тащит подарочки, точнее, смертоносное оружие. Да ладно, а я прыгать могу? Могу, ребята, я прыгать здесь могу. Черт, там что-то было, по-моему, да? Надо было перепрыгнуть, точно, ребята. Да ёбарс, это точно Battletoads. Помните, да, там такой уровень был. А что это за луч такой? Вау, шикарно. Интересно, я этим лучом могу пробивать преграды, которые там встают на пути, или нет? Успокойтесь. Нифига тут, ребят, заваруха. Не кислая совсем заварушка-то. Что я могу еще сказать вам по этому поводу? Давай, 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 термитов этих давить. Тихо, перепрыгиваем. Отлично. Зачем ты так делаешь, Рэй? Ёпрсте. Не надо прыгать просто так по пустякам. Надо контролировать все полностью здесь. И преграды перепрыгивать, и... Ага, я не могу ближе, ребята, продвинуться к экрану, к началу экрана. Вот так-то вот. Что у меня по хп? Я не вижу хп свое, где оно? Босс, зато я вижу босс, ребята. Появился у нас. И? Что тут еще? Бомбы. Ребята, бомбы пошли. Так, отлично, немножко поджарили. Турель еще тут вышла. Хитрить тебе на корень. Ать, ать. Захотел схитрить. Все, что ли, подбили его? Похоже, дорога подошла к концу. В буквальном смысле. Так, куда мы идем? Нам не нужны дороги. Что, никто не проникся моей тонкой отсылкой? Вы что, не смотрели назад в будущее? Так, ну, есть, ребята. Мы прошли, но я боюсь, что не за 2 минуты, да? Но это уже и не важно. Так, ребята, новый 7-й уровень я получил, 15 гемов, и командный пункт у нас открывается. Слушай, я могу зайти на корабль на свой и... По-моему, могу. Давайте-ка мы с вами откроем. Строить. Сколько? 4 часа. Да вы издеваетесь надо мной. Так, ну-ка, а что нам выпадет из вот этого, ребята, ящика? Йоу. Получено новое оружие. BBC. BCC, точнее даже. Забираем. Так, открыть. Дальше бронька. Такая у нас была, по-моему. Ё-моё, новое оружие Дороти. Ну это для доктора Зейна, как я посмотрю. Миниган такой, да? Закрыть. Слушай-ка, у нас, ребята, есть... Есть с вами 200 гемов. Мы можем открыть вот этот сундук. Элитный ящик. Слушай, я, наверное, пока не буду открывать. Деньги нам, скорее всего, и рубины эти пригодятся. Так, ну что же, у нас 3-й акт. Поехали. Покажи паркур. Называется уровень. Слушай, а если посмотреть, ребята. Ага, у нас Джинджер еще к тому же 5-го уровня. А прапать у меня есть возможность? Давай-ка попробуем. Отлично. Шикарно. И как раз тютелька в тютельку, ребята, по жетонам укладываемся. 9-й левел. Так, заменить. Конечно, давай, давай, ставь вот эту пушку нам. Вау. Ну что, друзья, давайте попробуем, наверное, сыграть за Джинджер. Посмотрим, как она будет себя проявлять в бою. Мне кажется, должна неплохо. У нее, тем более, ну, дамаг не кислый. И радиус выстрела летит до конца экрана. Это то, что нам нужно. Доктор Зейн прямо по курсу. Вон там, наверху. Не переживай, агент. Не высота убивает, а падение. Говоря технически, сэр убивает поверхность. Ну что это? Не, нормуль, нормуль, ребят. Блин, мне нравится, что у него все-таки выстрел опупенный, ребята. Так, давай, 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 давай. Так, ребят, новые какие-то ниндзя тут появились. Нет, этих мы уже видели. Я показалось просто. Хорош тут мне заварушку устраивать свою. Разобрались. Иди отсюда, паршивый. А, мне нужно наверх идти, понял. Давай тогда сделаем вот так вот. Опять босс? Нет? Ох ты, это что за... Ага, таких мы уже видели, да, у термитов. Тоже амбальчики, скажем так. Иди ты. Лесом, появился не там, где нужно. Ниндзя, успокойтесь, а. Я не по вашей душе, я пришел за доктором Зейном. Так что отвалите от меня. Слушай, ну ниндзя, вот который был, да? Помните, нам показали его? Мне кажется, что это все-таки будет босс. Воу-воу-воу-воу, тихо. Надо было все поймать именно своим телом. По-другому никак, да? Мы не можем с вами. Так, вниз, вниз. Понятно. Ать, ать. Все, собираем, елки-палки.
Зачем нам прыжок? Зачем нам присед? Так, просто, чтобы был. На, получите, распишитесь, гаденыши. Так, уйди отсюда, нервируешь меня. Ой, не заметил, ребята, там просто курсор был, он появился прям там. Мои датчики улавливают признаки большого количества существ поблизости от доктора Зейна. Жуки или клинки? Просто куча красных точек, генерал. А красные точки — это всегда плохо. Шевелись, агент, давай, давай, давай. Даю, даю, даю. Ну, ребят, мы с вами еще получили 3 карточки на доктора Зейна. Судя по всему, мы когда его спасем, он у нас автоматически откроется. Для чего тогда мы собираем эти карточки? Кто мне скажет? Так, ну что, искусство общения у нас тут. 5-я миссия, наверное, на 6-й будет уже сам доктор Зейн. Так, дайте-ка я возьму нашего Джеффа. Погнали. Так, ну что, ребята, даже никакого диалога не будет. Ёлки-палки, что так кисло? Видите, да, ребята, вот выстрел в данный момент вот до сюда. Это предел, радиус выстрела. А у снайперши до конца экрана идет выстрел. Так что у снайперши есть преимущество. Но у нас, по-моему, дамаг, нет, не такой же мощный, но тем не менее. Тихо, отойди. Давай, 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 отлично. Прожали. Ну что ты там пулякаешь мне? А погоди, а как я... Не понял. Погоди-ка. А как я... У меня двойной... А, двойной прыжок у меня, оказывается, есть. Ёп, простоте. Понял. А я все время одним прыжком делал. Так, отойди. Перепрыгиваем. Давай, 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 далее. Джефф, не подведи меня, радость. Отлично. Блин, мне нравится, ребята, динамичная игруха, вообще прикольная. Может быть, кажется, на первый взгляд и простенькая такая, но... Рисовка, драйв. Тихо, чуть не упал. Все, что нужно в этой игре есть. Такой, скажем, битэмап шутер. Так, ну... Ты сдохни, гаденыш. Погнали. Интересно, а тут будет какой-нибудь боец, который может чисто ближним? Мне кажется, вот ниндзя, которого мы с вами выиграем, если выиграем, если он будет, он будет чисто ближник. Но у него урон, наверное, будет просто божественный. Ага, опять вы? Доктор Зейн, прошу, выслушайте нас. Мы хотим по... Вы работаете на Neon Blade? Или вы пришельцы в костюмах людей? В укрытие, нейроны, атаки! Итак, доктор Зейн повредился рассудком. Но помни, мы все еще в нем нуждаемся. Нам важно, чтобы он не потерял его. Кого? Кто? Кого-нибудь? Это, ребята, еще и босс будет. Да, со своей Дороти. Что ты творишь тут? Ну, все, приплыл? Ага, приплыл, по-моему. Я его подбил, ребята. Все, ваша взяла. Добейте меня, членистоногие самозванцы. Послушай, мы не пришельцы и не работаем на Neon Blade. Мы силы сопротивления, помоги нам победить их. Я? Помочь? А зачем вы пытались меня убить? Это ты пытался нас убить? Да? А, ну да, похоже на то. Ладно, раз вы не работаете на пришельцев, я с вами. Погнали! Ребята, у нас, по-моему, открывается новый юнит. Это доктор Зейн. И это круто. Забрать. Так, ребята, новый уровень 8, 15 гемов мы с вами зарабатываем. Так, всем капут. 6-я миссия. Погнали. А где же, интересно... Вот он, ребята. Вот он, доктор Зейн. Ребята, у него, смотрите, есть... Создает энергетический щит, который поглощает входящий урон. И герой бьет по земле и наносит урон по области вокруг себя. Вот так вот. Но за него я пока не могу играть. Герой недоступен, видимо, еще не открыт. Сколько там карточек нужно? Еще 4 карточки, да? Понятно. Ну что, давай возьмем с вами Джинджер. И попробуем все-таки пройти последний уровень. Приготовьтесь, отбытие через 5 минут. Надеюсь, вы получите тех ребят, с которыми я работал в прошлый раз. Стоило только дать им оружие, и они тут же захватили город. Кому именно? Это уже си... Ой! Да вот ему, например. Но не переживайте, сейчас будет капут. Но сначала мне надо в мою старую лабораторию. Сейчас вернусь. Глядите, без меня веселуху не начинайте. Такой жук. Убежал. Так, смотрим, ребята. Капут? Всерьез? Осторожно! Капут.
Кому только капут, мне? Оу, тихо. Ты успокойся, парень. Что он делает? Ребята, строчим без остановки. Йоу, тихо, успокойся, работяка. Ну-ка, дай-ка я ему вжарю. Да хорош ты, да ёпрсты. Вот тебе, ребята, истинный Metal Slug пошел. Узнаю прям сложность Metal Slug'а. Так, пока он там чудит, мы можем с вами... Вот этот вот шар меня нервирует, ребята. Он автоматически наводится. Ну, есть. Фух, да уйди ты от меня, ты докопался. Всем капут! Кварки, овчарки, я что, промахнулся? Я же просил без меня веселуху не начинать. Поверьте, это было совсем не весело. Погодите-ка секунду. Капут, это оружие? Ну, конечно. Коллиматорный аннигилятор плазменно-уничтожающего типа. Вы что, думали, что я просто удрал? Ну, не совсем. Но нам все же надо поработать над аббревиатурами. Да уж, надо поработать. Ребята, победа, отличненько. И, наконец-то, нам достается доктор Зейн. Это боец с такой некислой пушкой, которую звать Дороти. Вау, и достается еще, ребята, сундук. Эпический, конечно же. Так, мы с вами получаем новый уровень, 9-й. Разблокировка, чего там разблокировали? Стало доступно обновление мостика. Давай построим его, чтобы получить доступ к новым сущностям. Угу, конечно, давай. Так, улучшаем, ребят. Бесплатно, ну хоть здесь бесплатно. Открыт новый корабль, Горизонт. Повышение уровня мостика также дает доступ к улучшению уже построенных комнат. Не забывайте его улучшать, когда это возможно. Вау, ребята, у нас корабль улучшился. Трофеи с босса. Ой, какие классные трофеи с босса, ребята. Уникальные. Блин, нет, я обойдусь, ребята. Так, ну а мы с вами открываем элитный ящик. Вау. Перчи нам достались, ребята, элитные. И это, я так понимаю, на снайпершу, да? Так, шикарно. Ну что, давайте, наверное... Подожди, у меня еще сундук, что ли, есть? Или мне показалось? Да нету больше. Так, давайте мы вот здесь вот, ребят, с вами глянем. Автовыбор. Автовыбор не работает, понятно, здесь. Вау, элитные перчатки, ребята. Ну и на доктора Зейна, в конце концов. Только лишь шлем. Так, погоди-ка, уровень. Блин, придется ему повышать, ребят. Потому что больше нам не хватит. Фух, а что здесь такое? Автовыбор. А, вот теперь самое то, что нужно. Теперь у нас Дороти и броня появилась. Так, а вот тут-то что такое у нас, ребята? Угу, это я все могу продать. Да, разбираем. Вау, что же это все-таки за кубики такие мы с вами, ребята, получаем, а? А может быть, зря я все это разбираю? Так, погоди-ка. А, мы вот это разбираем, да, давай разбирать. Я чуть было не подумал, а не зеленую ли мы шмотку с вами разбираем? Для чего-то эти кубики нам, скорее всего, ребят, понадобятся. Так, погоди, не надо ничего менять. Ставь на место. Все, да? Ну что, дорогие друзья, наверное, мы на этой ноте с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Bombastic Brothers. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.